Достижение на пути нашего первого президента, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, Лавадо Обогольцин, позволили республике стать одним из самых известных и активных спортивных центров страны. Я рад, что в очередной раз Чеченской республики на базе одного из крупнейших в Европе авиационных комплексов, расположенного на территории Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, собрались сильнейшие парашютисты, чтобы выявить лучших из лучших. Парашютный спорт – это спорт для сильных и смелых людей, которые влечет захватывающее ощущение в стык. Желаю всем участникам соревнований здоровья, успехов и удачи. Пусть победит сильнейший, дорогая Адель Кюр, Ахмад, сила Аллаху.